И снова здравствуйте. С вами Вексель Реал и игра Калибр. В общем, Wargaming выпустила такую вот бесплатную игру. Шутер такой. Довольно интересный. Вот если вы смотрели ролик, который я до этого выпустил, загляните там на канале. Называется War Mod. Забудьте ту игру. Вот что вам нужно. Реально, эта игра, она такая, знаете, естественная. Никто тут не будет прыгать, как кузнечик по экрану. Довольно сложно увернуться от пуль. Больше работает здесь стратегия. Обойти там где-то, спрятаться, выстрелить. Ну, что я вам рассказываю? Давайте показывать буду. Я вчера вот поиграл, я еще на ЗБТ как-то попал, немножко поиграл. Мне она тогда еще понравилась, но ее очень долго делали, наконец доделали, я так понял. В общем, что здесь есть? Против ботов вот у меня зачистка открыта, спецоперация откроется на 11 уровне, у меня пока не 8. Столкновение это против игроков, 4 на 4 формат пока что есть. Возможно, что-то будет еще. Потому что, ну, 4 на 4, как бы, ну, интересно, карты большие. Но 4 на 4 это как бы мало. Поэтому ждем продолжения. А пока посмотрим, я думаю, зачистку. Тут есть какие-то задания вам вечно дают. Тут что, тут ликвидировать противников на расстоянии менее чем 10 метров. Я там вчера что-то делал. Два сделал. Одно уже добавилось новое. Еще можно сменить. Штурмовик-медик. Вот я, в принципе, за штурмовика играю. Можно оставить. Заработать опыт, играя штурмовиком. Награда в виде денежек каких-то. Свободный опыт есть. Вот тут развитие оперативников, какие хотите. Тут несколько видов их штурмовик. Это типа как танк. Это типа лекаря, а это снайпер. Вот ихняя цена. Можно, скажем, до 45 тысяч кредитов этих. И можно за 3 тысячи голды какой-то. Не знаю, что это за... Как они правильно называются. Вот у меня пока был прокачанный рекрут. Мне очень понравилось за снайпера играть. Я решил взять... Немножко поиграть этим, но собирать денег до какого-нибудь снайпера более-менее толкового. Не знаю, кого выберу еще, но посмотрим. Ладно, да, включаю зачистку. Смотрим. Карты красивые, продуманные такие, интересные все. Ну, тут зачистка это против ботов. Вы четвером начинаете. Вам дается какое-то определенное задание. Там, взорвать, защитить, там, убежать. Сейчас посмотрим, что будет. Я вчера играл, так... Не знаю, наверное, 4 или 5 карт разных попадалось. Довольно много получается. Не скучно будет, в общем. Даже попалась такая карта, которую мы просто не смогли пройти. Нас там уничтожили вообще в боты, нас разорвали на части просто-напросто. Какой-то там супермаркет, что-то там. Ну, не знаю, сейчас посмотрим, что будет. Больница. Не помню. Найдите, подберите заряд взрывчатки, подорвите вход в больницу. А, было. Проходил я. Главный корпус, они не помню, мы, наверное, не прошли и этот тоже, нас здесь убили. Подайте дымовой сигнал транспорту, защитите заложников и обеспечьте их эвакуацию. Да, я помню, миссию эту тоже не прошли. Мы-то вход подорвали, но в больнице на выходе нас, короче, изничтожили. Просто изничтожили. Что за команда у нас? Левел, наверное, новичок какой-то, я так полагаю. Остальные вроде более-менее... Хотя кто более-менее? У меня у самого только 8 левел. Это я за день взял. Красный блик. Верный признак того. Сразу говорю. Патроны беречь. Не высовываться. Убивают быстро. Патроны качаются тоже быстро. Не факт, что они рядом будут, чтобы их по новой взять. Так что, ребята, думайте, прежде чем стрелять и сколько стрелять. Ой-ой-ой. Нету пока у меня прицела никакого, только начал качаться, получается.
Есть. О, одного нашего уже грохнули, вижу. Молодцы, хорошо играем. Хорошо начали. Спрятался, ай, за такую защиту, что не могу пробить. В строю уже двое, просто замечательно. Чего вы, ребята, подставляетесь? Так. Только что я убил пулеметчика, довольно серьезный противник. Так, кто-то тут пытается что-то сделать, обойти. Надо его пойти грохнуть. Где он делся? Видел, он тут тусил. Да ты где в конце концов? А, вот он. Так, теперь надо найти наших пацанов, которые где-то валяются. Только для начала, пожалуй, я немножко подберу себе снарядов. Ох ты, ё-моё, подставился, это же этот, с базукой парниша. К нему нельзя подставляться. Так, тут же пулеметчик где-то. Ой, из базука этот еще товарищ там. Ух ты! Вот и все. Всем говорил не подставляться, а сам подставился. Вот так вот. У нас остался один только медик. Не знаю, прорвется он, не прорвется. Походу. Давай, медик, ну же. Так, этот лежит, этот лежит. Медик стреляет. Воскресил бы кого-нибудь, дружище. Помог бы. Так, у него остался еще во врагах пулеметчик и один с базукой парень. А, и все, короче, ему хана сейчас самому будет. О, меня воскрешает, отлично. Так, ну, давай, 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 все, вроде всех грохнули. Все, оживляем пацанов. У-у-у-у. Это было сложно, 9 минут осталось. Ё-моё. Это было очень сложно. Так, где мои патроны? Мне нужны патроны, 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 патроны. Давай, 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 давай. Времени мало. Попробуем что-то еще успеть сделать. Не знаю, получится, не получится. Сейчас увидим. Довольно, кстати, слабая команда. Ну, я не силен же, конечно, но и ребята тоже не спецы.
Так, где тут этот заряд лежит? Берет кто-то. Отлично. Сейчас взорвем. Надеюсь, нас там всех не взорвут вместе с этим зарядом. С кем воюете, парни? Ну-ка. Ой, у меня что, один только подствольный гранатомет, походу один был, да? Понятно. Очень сложно тут, ребята, играть. Я вам вполне серьезно говорю. Как мне подзарядить подствольный гранатомет? Вообще это реально, да? Куда ты там, ой, божечки, прячешься? Я тебя не вижу совсем. Нет у меня больше подствольного гранатомета. Вот так вот. Эх, я бы сейчас за снайпера поиграл бы, если честно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. У меня патроны кончились. Ой-ой-ой-ой-ой. Боже, тут надо вертеть головой на все четыре стороны. Там еще и сверху, и снизу. Где хочешь, могут напасть. Ой-ой-ой, скорее, скорее, скорее. О, боже! Не успел я укрыться. Парни, не сдавайтесь. Оживляет кого-то. Давай, 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 давай. А чё я, блин, вообще лекарства не подобрал, а? И не купил же плошечки. А, и там еще сзади кто-то. И пулеметчик. Я не знаю, справимся, не справимся. Надо еще оживить парня. Так, ну этого оживляет, а меня кто оживит? О, медик, спасибо, друг. Так, мне нужно... Ага, как я его возьму? Мне нужно как-то добыть... Мне как-то нужно добыть оружие, боеприпасы. Только я вообще не в курсе, как, если честно. До взрыва. Короче, мы что-то... Ой, у меня все закончилось. Боже, у меня патроны закончились. Я бежать не могу быстро. Класс, все. Нашего медика грохнули. Ребята, это провал. В строю остался один танк.
И у него нет чем нас подлечить. Это конец, парни. Вот видите, какие тут сложные миссии бывают, Паша. И что? У него нечем лечить, походу. Пытается стоит возле медика. Так а что он чем? У него ж нету этого стимулятора, я ж вижу, что нету. Значит, его не вылечит уже. Умирай, дружище, что теперь? Угу. Не хочет сдаваться, молодец. Все. Поражение. Короче, мы не смогли ботов убить, парни. Вот так-то. Попробуем еще раз сейчас. В любом случае, даже если проигрыш, что-то заработали. Вот какое-то количество нашивок, какое-то количество опыта и денег. Можно посмотреть статистику по матчу. Вот я убил 26 человек. Кто-то танк, что остался последним, 10. Медик 8. Снайпер 11. Погиб я 3 раза. 4, 1, 4. Содействие, урон. В общем, вы поняли, да? Вот. Медик получил за содействие медальку даже. Молодец. Что произошло? Было все очень сложно, да? Сложно, я понимаю. Медпакеты у меня кончились, но их нужно сделать еще раз. Я думаю, даже не медпакеты. Пожалуй, мы немножко адреналина с собой возьмем. 10 штучек. Так, медпакеты, конечно, тоже закупим. Вот. Самое будет у нас адреналин, наверное, чтобы можно было воскрешать павших товарищей. Это важно. Ну, давайте еще раз в бой. Попробуем. Ну, возможно, карта уже будет другая, но попробуем еще раз. Как я и говорил, карта другая. Деревня карта. Не помню, что здесь. Проходил, не проходил. Найдите информацию. А, было. Радиопередатчики. Найдите, подберите, установите. Дождитесь передачи. Это мы точно прошли. Ну, возможно, все зависит от команды. Если команда хорошая, то проходишь. Если не очень хорошая, то не проходишь. Соответственно, поэтому смотрим, что будет теперь. Сейчас попробуем найти. Вот у меня, получается, на четверочку сейчас 10 стимуляторов, которыми я могу воскрешать. На троечку подствольный гранатомет. Но, походу, только один. Так. Надо куда-то спрятаться, парни, срочно. Иначе нас сейчас всех здесь ушатают. Кто еще живой? Ага, пулеметчик. Спрятался, зараза, за стенку. Готов. Кто еще живой? Вроде всех ушатали. Можно идти за передатчиком. Прыгать нельзя здесь. Не получится у вас тут уворачиваться с помощью прыжка от пуль. Так что думайте, куда идете и зачем. Так, как мне попасть туда наверх? Возможно, здесь. Бегать тоже долго нельзя. Выносливость заканчивается. Так, подберем амуницию. Эй-яй-яй. Эй-яй-яй-яй. Где там кто? Так, вроде уделали.
Кто еще тут смеет нам перечить? Не вижу его. Где-то там спрятался. В строю трое. Ой-ой-ой! Так, реанимируем парня. Реанимировали нашего дружбана. Ну все, можно спускаться, я так полагаю, да? Медик, может, подлечишь? Эй. О, отлично. Дружище нас подлечил. Сейчас мы немножко наберемся сил. У нас еще 11 минут впереди есть. Так что все отлично. 76. Нормально. Можно топать. Ой-ой-ой-ой-ой. Ничего себе. Неожиданно, да? Выскочили как? Ну кто там следующий? Так, все молчат дальше. Мне нужно вообще-то немножко бы мешало бы взять патрончиков, вот что мне мешало. Что-то они там гранат столько кидают. Ого, я остался без автомата. Классно. Так, там у нас снайпер. У меня все патроны закончились. Мне нужно срочно кое-что подобрать. Блин, гранатомет не подбирается, вот что плохо. Где? Давай, 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 братишка, вставай. Ой. Кто-то там и спрятался, да? Есть контакт. Один на... Ах ты ж ты, ёшкин ты, зараза, кот. Сейчас я тебе... Ты где делся? Смылся, гад, за дверь, походу. Где он? Тут же ж был. Мысль.
Так. О! Отлично. Что-то получается вроде бы. Что тут нужно сделать? А, установить передатчик, я помню. Захват базы, то это важно. Тут лучше не высовываться. Я, насколько помню, тут их очень много было. Видите, как все сложно. Я даже разговаривать перестаю, потому что боюсь, что пока буду отвлекаться, что-то сделаю не так. Эй-эй-эй-эй-эй! Ну, выходи. Вроде прошли. Есть. Они там уже прорывались по этой, по лестнице. Сложно, очень сложно, но миссию выполнили. С горем пополам. Столько раз погибали, как-то прорвались. Я вот немножко тормозил, не смотрел никогда, что у меня за спиной делается. Там он по лестнице куча ломилась уже, пока я там вперед стрелял. Могли бы сзади меня убить просто и все. Немножко наполучали опять нашивочек. Я даже уровень оперативнику своему взял, что неплохо. Да, это неплохо. Конечно, это неплохо. Что у нас по статистике получилось? 28 ликвидировал. Так, этот 15 парниша. Толик танки. 6-12. Погиб я 0 раз. Это тоже какой-то прогресс. Прям. Содействий, ну и урона 1400 нанес. Хорошо, в принципе, нормально. Медали пока не могу никак получить. Не знаю, как они получают за выведение противников из строя выстрелом в голову. Это вот эта вот медаль. Ну, у меня, походу, ее нету, что ли? Вообще ни одной. Видимо, да. Ну да ладно. В принципе, я не обижаюсь. А, папа, вот я что-то там куда-то дошел. Сейчас я получу, видимо, премиум один. Да? Да, на 24 часа премиум аккаунт получил. Еще способность контроль дыхания на Q. Можно ее исследовать, что она дает. Длительность 8 секунд, время восстановления 15 секунд, стоимость применения 30 очков. Выносливости. На время действия способности уменьшает отдачу и повышает точность стрельбы из основного оружия. Ну, неплохо, неплохо. Ну, впереди еще много чего. Так, а что у нас тут по этапу дальше? Выполнять составные задания в течение недели. Чем больше этапов, завершено, чем ценнее награда. Ну, ладно.
Премиум есть? Есть. Значит, надо сыграть еще один бой с премом. Посмотрим, сколько всего. Так, адреналина 8. О, я тут кое-что выполнил. Получим награду свою. Уже 15 тысяч. Выдаются раз в 8 часов. Можно сменить. Но пока, видимо, не получу ничего. Хорошо. Хорошо, хорошо, хорошо. Ну, 15 тысяч это мало. Значит, в бой пока еще. Давайте тоже зачисточку против ботов сыграем. Еще разок в бой с этим парнем. Штурмовиком. Караван-сарай. Карта какая-то. Найдите, ликвидируйте командира. Найдите устройство, чтобы добыть сведения. Обезвредите взрывные устройства. Доберитесь до точки эвакуации. Захватите и удерживайте точку. Это я помню. Это мы прошли. Вроде на тот момент, по крайней мере, сопротивления сильного не встретили. Посмотрим, что будет сейчас. Необходимо найти и уничтожить. Отлично, как скажете. Не успел. Ну давай, взрывайся уже зря. Вы, ребята, к машине туда подошли. Машины взрываются и наносят некислый урон, если честно. Так, кто у нас где? А, вот командир. И с ним нужно побазарить. Обезвредьте первое взрывное. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ей-ей. Ну давай, выходи уже. Отлично. Так, главное, чтобы пули не кончились. Кто здесь? О, я смотрю, у меня патроны заканчиваются. Давай, 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 бери, 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 бери. Так вот. Так, а куда нам теперь? Доберитесь до точки эвакуации. А, все, я понял. Значит, устройство уже обезвредили, да? Там ребята лечатся. Ну, лечитесь, лечитесь. Ой-ой. Ой, там еще и с базукой парнишек нам в гости. Есть контакт. Базутчик готов. Отлично. Кто еще тут? Вроде все, да? Все. Отлично. Теперь охраняем. Охраняем, охраняем, потому что тут надо быть тоже осторожным. Их будет много довольно-таки. Далековато, не вижу я их.
Так, куда мой гранатомет пульнуть? Надо было, когда их побольше будет, ё-моё, ладно, другой раз. Ой, группа прям. О, божечки, что это такое было? Так, мы все захватываем. Мы, по идее, должны пройти. Отлично. Все. Вторую миссию подряд. Круто. Так, нашивочки есть. Прогресс есть. Статистика. Вот. Молодец какой настрелял. Что по наградам? Опять у меня ни одной медали. Как они их зарабатывают? Так, ну это понятно в голову. А, у меня только одно. А сколько их дают? Не написано. Это что? Взять высоту за захват базы противника от начала до конца. Странно. А это что? Содействие. Вы за нанесение урона противнику, которого вывел из строя союзник. Ну, вот оно, у меня их вообще-то 5. Почему не даются медали, не знаю. Ладно, не будем вдаваться в подробности, пока медали мне что-то не дают. Ну и ладно, я не обиделся особо. Вот такая вот интересная игруха. Оперативников тут много, 16 тысяч денег мало. Профиль понятно. Режим боя. Сталкач еще есть. Потом будет спецоперация. Пока становимся на зачистке. Так-то. Я думаю, сегодня хватит. Вы должны обязательно поставить мне лайк. Вам не трудно, мне приятно. Подписывайтесь на мой канал. Пишите в комментариях, играли в эту игру, будете играть, понравилась ли она вам, за какого будете спецназовца играть, конечно. Ну и до новых встреч!